Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосева, это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой очаровательный ажурный джемпер очень модным и распространенным узором ажурных листиков. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу полушерстяную Alize Superlana Classic. В ней 25% шерсть, остальное акрил. Метраж, вот видите, подтверждаю. Метраж у нее очень приятный. 100 грамм 280 метров. Ну, 280-300 метров, да, скажем так. Турецкая пряжа, абсолютно мягкая. Цвет вот такой, 518. Нежно-розовый такой цвет, приятный. Это пряжа идеально подходит для вязания кофточек, потому что она тонкая, изящная, хорошей скруточки, не колется. Вот из нее получаются прекрасные джемпера, кардиганчики легенькие такие. Я вязала целых 2 кардиганчика из такой пряжи и в полном восторге. Мне нравится качество этой пряжи, поэтому я вот как бы у меня много цветов этой пряжи. И я, как если кто-то подписан на мой канал, наверное, успели заметить, что я часто предлагаю вязать те или иные модели из этой пряжи. Так, мои хорошие, теперь про узор. Смотрите, узор у меня здесь целых 4 рапорта уже связано, да, и состоит он, условно говоря, из вот этого центрального мотива, который я назвала ажурные листочки, и вот этой боковой дорожки, которую я связала неправильно. Здесь я потом, значит, исправилась и добавила, то есть симметрично сделала изнаночные петельки. Видите, было изначально 4, теперь стало 5 петель вот в этой ажурной дорожке. И правильно вам показала, как вязать. И схему тоже исправила. Узорчик очень простой, и любая начинающая вязальщица без проблем свяжет этот красивый, на мой взгляд, очень оригинальный листочек. Вот. И джемпер, несмотря на то, что он так просто вяжется, довольно имеет вид богатого узора, да. И, в принципе, прям интересные вот эти листики, они всегда были интересны в плане узора. Очень много существует узоров с листиками. И, как вы заметили, они не теряют популярности из года в года. Всегда они как бы на пике популярности остаются, эти узорчики с листиками. Их большое разнообразие существует. И все они очень милые, симпатичные и часто используемые нами вязальщицами. И любимые, кстати, вязальщицами. Так, ну, не будем много говорить, мои хорошие. Давайте сейчас посмотрим выкройку и схему. Я нашла этот джемпер на просторах интернета. Ну, тут понятно, что это машинная вязка. И это модель из интернет-магазина. Меня она очень, во-первых, зацепила цветом, да, вот таким ярким, нежно-розовым. Приятный цвет, очень радует глаз. Не понимаю тех людей, которые не любят розовый. Но мне нравится этот цвет, поэтому и нравится эта модель. Ну и, как я уже сказала, листья очень популярны и не прекращают своей популярности, как бы, и поэтому этот джемпер достоин внимания. И мы будем сегодня с вами разбирать, как его связать. Я подобрала схему, нарисовала ее от руки, правда. И, в общем-то, мне очень все понравилось.
Я сейчас вам покажу эту схему. Так, вот такая схемочка. Раппорт узора состоит из 30 петель. Высота раппорта меняется, потому что мы делим условно этот узор на две части. Правая часть – это ажурная дорожка на 5 петельках, и левая часть на 25 петельках – это ажурный узор листики, ажурный мотив листики. Условные обозначения здесь очень простые. Вот такая горизонтальная черточка – это изнаночная петля, вертикальная – это лицевая, треугольничек вот такой – это две вместе лицевой с наклоном вправо, вот такой треугольничек – это две вместе лицевой с наклоном влево, кружочек – это накид. Вот и все, мои хорошие. Когда я буду распределять узоры в конце видео, я буду заострять внимание, что этот узор можно поделить на, значит, на 25 петель ажурных листиков и 5 петель ажурной дорожки. Пожалуйста, обращайте внимание. Но в целом раппорт 30 петель, как вот здесь по схеме показано. Высота узоров тоже разная. Посмотрите, вот этот мотив на 25 петельках у нас 8 рядов высоту имеет, да, и наша ажурная дорожка имеет высоту 6 рядов, 6 ряда раппорт. Далее она повторяется с 7-го, видите? Я даже вот так выделила красный, вот такой, специально карандасиком, чтобы это было заметно, чтобы вы обращали на это внимание. Теперь про выкройку, которую я подобрала. Выкройка у меня уже из другой модели, но, собственно, она очень подходит. Здесь два размера я составляю, значит, на размер 44-46 и 50-52. У меня идут вот здесь два таких размера. Но вы очень легко можете на любой размер составить свое описание, распределив узоры, каким образом я показываю в конце видео. Пожалуйста, обратите внимание, кто всерьез захочет связать себе данный джемперок. Узор, как я уже повторяю, легкий, поэтому любая начинающая без труда осилит этот узорчик. Очень легко запоминается узорчик, поэтому я рекомендую его девочкам, не имеющим особого опыта в вязании. Начать этот джемпер, я думаю, у вас все получится, мои хорошие. Теперь про описание. Девочки, я составила описание, назвала его название, дала суперкрасивый джемпер ажурным узором, да. И вот то, что я сейчас говорила, значит, размеры. Ну, здесь я вот не написала 50-52. Дело в том, что в описаниях именно такое у меня количество петель идет, да. По выкройке там у нас ширина 57 сантиметров, но по факту это будет 56-57 сантиметров ширина спинки. Так, про пряжи я вам все говорила уже. Расход пряжи тоже подчеркиваю, где-то 400-550 грамм. И спицы мы используем, значит, 3,5 для планки, которую мы вяжем резинкой. И основной узор вяжем спицами номер 4. А круговые спицы мы используем для вязания горловины. Про узоры я уже вам тоже все сказала и не буду повторяться. Плотность мы определяем в конце видео, кому интересно, и по вертикали тоже, и по горизонтали. Как это сделать? Пожалуйста, если вы будете вязать из другой пряжи, думаю, вам это очень понадобится. Как определить плотность и использовать ее для дальнейшего описания. Описание я тоже не буду зачитывать, это будет все под видео. Вы сможете без проблем с этим разобраться. И каким образом у меня получился такой расклад петель с узорами, тоже в конце видео подробнейшим образом я рассказываю, из какой логики я исходила, распределяя узоры именно так, а не иначе. Спинка и перед у нас одинаково вяжутся, отличаются только глубиной выреза горловины. Здесь я тоже рассказываю, как вырез горловины сделать. Рукавчики у нас будет по центру рукавчика идти один только раппорт узора,
с ажурными вот этими дорожками. Собственно, здесь на оригинале у нас, как вы видели, вот девочка приближена, идет просто ажурный листик, вот этот сам мотив центральный, да? Я же еще и ажурные дорожки с двух сторон добавила. Девочки, кому это не интересно, такой вариант, сделайте просто вот этот мотив ажурных листиков, вот как в оригинале, видите? Здесь у девушки на рукаве просто 25 петелек нашего узора, и все. Ажурных дорожек, как видите, здесь нет. Так, это я сказала. Скос у нас есть по рукаву, конечно же. Вот здесь я делаю расчет, как я считаю этот скос, через сколько рядов у нас идут прибавки, да? Прибавим одновременно, с двух сторон, да? Ну, это особенно для начинающих будет интересно. Для тех, кто уже имеет опыт, это все элементарные, как говорится, расчеты. Так, окат мы всегда, я всегда, во всяком случае, делаю выкройку в натуральную величину. Рассказать, как сделать окат, вот так на пальцах, без практического применения, можно всегда ошибиться. Я никогда этого не рискую делать. И поэтому я всегда делаю выкройку в натуральную величину и вяжу, прикладывая свое полотно вязаное к этой выкройке. Я точно знаю, вот сейчас мне нужно столько-то убавить одновременно с двух сторон петелек, а через там пару сантиметров вот столько-то и так далее. То есть это очень удобный вариант, и он самое главное точный. Затем мы сделаем с вами плечевые швы, когда все свяжем, и набираем на круговые спицы по краю горловины. Вот это количество 100 петель, ну, скажем так, это приблизительное количество петель, потому что, во-первых, у нас размер разный, да? Но я напишу, девочки, 95, 100, вот так, да? То есть, ну, это вот как бы такая вещь, тоже практическим способом она у нас получается. И она очень сильно может, не знаю, различаться. 90-100 пусть будет так. Теперь, как вы видели, на девушке у нас двойная там планка идет по вырезу горловины. Она, собственно, это машина вязка, она везде идет двойная. Сейчас я вам заострю внимание. Видите? Двойная. Двойная здесь. А, нет, здесь резиночка одинарная. Ну, один на один. Высота планки высокая, видите? Я 7 ставлю в описании, может быть, и побольше. А здесь я ставлю 4 сантиметра высоту. Девочки, хотите, тоже сделайте двойную. Вот, если будете считать, что это грубо, сделайте одинарную и закройте эластичным способом. Вот и все. Собственно, здесь можно сделать ложной кетлевкой горловину. Но это все, знаете, по вашему желанию и по вашему хотению, как говорится. У всех свои предпочтения, кто как привык. Пожалуйста, учитесь, пробуйте новые способы оформления выреза горловины. Это уж прям-таки не обязательно об этом сейчас мне говорить. Это такие тонкости, ваши индивидуальные предпочтения. А мы говорим как бы более широкое, так, в широком таком формате описание у нас идет. Так, и, мои хорошие, давайте с вами вязать этот узорчик. Этот простой узорчик начнем вязать. И кому будет интересно, как я уже говорила, в конце видео подробное объяснение, как распределить узоры, сколько петель набрать, какие расчеты плотности мы делаем и далее. Так, значит, мы будем с вами сегодня вязать вот по этой схеме. И давайте я вам дам короткий такой разъяснение, такие короткие. Значит, здесь у нас получается 5 петель, и здесь получается 5 плюс 5, так, и получается 37 петель. И смотрите, для вязания образца набираем с вами 37 петелек.
Этот узор состоит из двух частей. Вот, собственно, самого вот этого центрального, листики, да, и ажурной дорожки из 5 петелек. Вот, эти 5 петелек для симметрии я добавляю еще и слева. Итого получается 25 центральный вот этот наш мотив, 5 и 5 это ажурные дорожки, 2 кромочные, итого получается 37 петель. И начинаем с вами вязать первый ряд. Да, еще хотела сказать, что раппорт здесь, значит, для вот этого центрального мотива это 7, это 8 рядов, высоту, да, 25 в ширину. И ажурная дорожка это 5 петелек получается в ширину и 6 рядов в высоту. Итак, мои хорошие, здесь я вот, значит, вот эту ажурную дорожку начала неправильно вязать. Видите, у меня какой тут получился неравномерный. То есть надо сделать, чтобы 2 изнаночные было здесь и 2 изнаночные было справа. Поэтому вначале я вязала на 4 петельках, теперь буду вязать на 5 петельках. Поэтому я просто подниму одну дополнительную вот здесь из протяжки, да, и вяжу. Вы вяжете вместе со мной. Значит, 1 кромочная, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные. Это наш с вами первый ряд ажурной дорожки. Дальше идет опять изнаночная. Теперь начинаем вязать с вами первый ряд нашего ажурного листика, вот этого центрального мотива. Также вяжем, значит, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 лицевых сделали. Далее вяжем. Сейчас я вот так положу, чтобы схема хорошо видно было. 5 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому я меняю петельки местами. Второй накидываю на первую и вяжу как 2 вместе лицевой. Лицевая. Опять 3 вместе лицевой с наклоном вправо. То же самое. Накидываю вторую на первую. Провязала. Опять идет лицевая. Дальше идет накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Должно быть 4 раза так мы сделать должны. 4 накида должно быть. Так. И после этого мы вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, снова 2 вместе лицевой с наклоном влево и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, теперь опять у нас с вами идет ажурная дорожка. Мы вяжем с вами 2 лицевые, накид. И наша с вами с левой стороны ажурная дорожка для симметрии. Это 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные, опять изнаночная и кромочная тоже вяжется изнаночной. Первый ряд. Теперь, значит, смотрите, второй ряд, это изнаночный ряд. Мы вяжем, как смотрят петли, а накид, накид в дорожки в нашей ажурной провязываем как лицевая во втором ряду и во всех последующих, а накиды в нашем мотиве центральном провязываем как изнаночные. И я сейчас это покажу. Смотрите, второй ряд, значит, вяжем с вами лицевая, 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 то есть 5 лицевых, накид в том числе лицевой. А дальше вяжем все изнаночные, у нас идут все вот это в нашего центрального мотива, они все изнаночные, в том числе и накиды я тоже, видите, провязываю изнаночной петлей, только в ажурной дорожке накид у меня будет вязаться в изнаночном ряду лицевой. Вот так выглядит наш второй ряд. Так, у нас с вами третий ряд, и мы его вот таким образом вяжем. В ажурной дорожке у нас идут все
5 петель изнаночные. Начинаем вязать мотив центральный. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Теперь вяжем накид. Накид, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид. И вяжем с вами 2 вместе. Накид, лицевая, накид, лицевая. И вот теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая, снова 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые. Таким образом связали. И идут у нас ажурная дорожка 5 изнаночных. Так, четвертый ряд мы вяжем, как смотрят петли. Так, у нас с вами 5-й ряд. И мы вяжем с вами 5-й ряд следующим образом. Значит, 5 изнаночных, это ажурная дорожка. И наш центральный мотив с листиками. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 3 лицевые. Ажурная дорожка, вяжем 5 изнаночных. Связали. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. Так, у нас с вами седьмой ряд. Соседи у нас продолжают делать ремонт, и звуки идут не очень приятные. Начинаем с ажурной дорожки. Вяжем 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной. Я за передней стеночкой это делаю, вы своим удобным способом. Еще одна изнаночная. Начинается наш ажурный мотив центральный. Мы вяжем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, делаем накид, лицевая, накид и 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Ажурная дорожка слева, вяжем 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные, я вяжу за передней стенки, еще одна изнаночная, кромочная вяжем тоже изнаночные. То есть это у нас уже в ажурной дорожке пошел второй раппорт, да? Это понятно. Девочки, восьмой ряд вы вяжете, как смотрят петельки. Не забываем, что в ажурной дорожке мы вяжем наши, в изнаночном ряду вяжем все лицевые, в том числе и накиды, да? А в нашем с вами цвету, в центральном мотиве мы вяжем все изнаночные, в том числе и накиды. Так, я вязать этот восьмой ряд с вами не буду. Вот. И мы сейчас с вами сделаем влажно-тепловую обработку нашего образца и посмотрим плотность нашу, померяем.
я утюгом горячим паром наш образец вот таким образом обдала, да? Сейчас вот так и делаем. Края выпрямляем, да? Все. Пусть наша красота сейчас сохнет. И мы потом померим с вами, что у нас тут получается с плотностью. И вот я с вами, значит, померила ширину нашего образца. Смотрите, у меня получается вот 19,5. Вот 19,5 везде получается. Везде. Так. И поскольку вот здесь у меня, значит, я меняла, да, на 2 петли при вас, больше сделала вот эту ажурную дорожечку, да, у меня здесь теперь не 37, где я мерила, а 35 петель был первоначально. Поэтому вы смотрите, я буду 35 делить на 19,5. И у меня получается 1,79, ну, грубо говоря, 1,8, да, плотность. То есть я записываю, что у нас плотность по горизонтали получилась в 1 сантиметре 1,8 петель. Вот так. Теперь давайте с вами решим вопрос с вертикальной нашей плотностью. Вот здесь, где лицевые, я сейчас меряю. У меня получается 16 сантиметров с учетом вот спицы я померила, как будто здесь ряд, который я не вязала с вами, 8 должен быть, да. Итак, в образце у меня использовалось 4 высоту, я уже связала 4 раппорта по 8 рядов, это получается 32 ряда. 32 ряда поделить на 16 сантиметров и получается 2, то есть у нас плотность по вертикали получается в 1 сантиметре 2 ряда. Я записываю 2 ряда. А сейчас мы будем смотреть выкройку и составлять индивидуальное описание на тот или иной размер в зависимости от нашего размера, то есть от нашей ширины спинки и так далее. Я вам кратко расскажу, как делать индивидуальное описание, руководствуясь вашими личными размерами. Так, у нас с вами такой расклад получается по выкройке, да? Значит, у нас с вами 44-й, 46-й размер, это приблизительно 49 сантиметров ширина спинки. Ну, 49, там 50, девочки, да, сантиметров. И получается, что нам на 49, да, за 49 сантиметров умножить на плотность 1,8, надо набрать 88 петель, да? То есть там получается 88, да, ну 90 петель нам понадобится на спинку набирать. Второй размер, который мы рассматриваем, 52 по выкройке, у него ширина спинки 57 сантиметров, и мы с вами 57 умножаем на 1,8 плотность, 102 там, ну 103 петли, да, ну пусть будет 102 петли. Вы можете таким же образом, девочки, на любой размер, который вам нужно, да, может быть, вы хотите посвободнее, чтобы был джемпер, да, тогда вы, не руководствуясь никакими размерами, это все как бы условные такие идут величины, ширина спинки на тот или иной размер, все очень индивидуально должно быть. Берете кофточку свою любимую, которая вам нравится, как на вас сидит, да, измеряете ширину ее спинки, и переда они одинаковые всегда бывают. И, в общем, вот у вас искомая величина. Умножаете эту цифру, значит, на плотность 1,8 в нашем случае, и у вас получается то количество петель, которое вам понадобится набрать на джемпер ваш. Да? Вот. Мы сейчас на примере вот моего описания. Ну, вот, как я уже сказала, на 49 сантиметров ширину спинки я покажу, как можно распределить узоры. И второй вариант мы посмотрим, как можно распределить узоры, если у нас
большой размер там, да, как там распорядиться узорами. Смотрите, мои хорошие, предположим, вот у нас 88 петель, да? Что мы должны в первую очередь сделать? Мы берем эти 88 петель, да, и поделим их на 30. Это величина нашего раппорта. Видите, общая ширина раппорта 30. Делим на 30. Получается вот такое никчемное число, я так назову его, 2,9. Это число говорит нам о том, что либо мы должны взять полных 3 раппорта, да, либо мы должны взять 2 раппорта, и очень много петель у нас будет неприкаянных. То есть не войдут они у нас красиво, не лягут в рисунок. В таком случае я всегда рассматриваю нестандартный подход. Я вам сразу говорила, что у нас есть ажурный мотив, вот я его назову условно листики, да, и ажурная дорожка на 5 петлях, да. Я разделила эти 2 узора, и вот смотрите, что у меня получается. Я рассматриваю сейчас ажурную дорожку, которая 25 петель занимает. Ой, не ажурную дорожку, а ажурный мотив листики. 25 петель. То есть наши 88 я делю на 25. Вот смотрите, у меня 3, число целое получается 3. Да? Вот смотрите, что я делаю. Я рисую всегда вот такую вот линию прямую, да, и на ней отмечаю, и на ней отмечаю 25, потом у нас идет ажурная дорожка 5, еще раз 25, еще раз ажурная дорожка 5 и еще раз 25. Вот у меня получился такой расклад. Я убрала эту ажурную дорожку вот здесь справа и сразу начала вязание узора с 25 петель нашего ажурного мотива листочки. Вот это я условно показала. Я вставляю эту ажурную дорожку на 5 петлях. Дальше у меня идет еще одна, значит, раппорт еще один с листиками на 25 петлях. Потом опять ажурная дорожка и еще один. Вот у меня получилось 3 по 25, да? Вот. Вот такой расклад. То есть я убрала справа и слева, у меня нет этих ажурных дорожек, чтобы вписаться в нужные на 88 петель. Итого у нас получается с вами 25 на 3. 3 раза. 3 раппорта. 75 плюс ажурная дорожка у нас с вами 5 и 5 плюс 10, да? И получается 85, да? 85 петель. Плюс мы не учли кромочные. Одна кромочная справа, одна кромочная слева. Итого у нас получается с вами 87 петель. Плюс, вот я пишу, плюс 2, да? Это кромочные. 87 петель. Вот мы с вами вписались в 87 петель. То есть нам не 88, ну, одна петля ничего не решает, да? Я пишу 87 петель, если у нас ширина спинки 49 сантиметров. А если у нас ширина спинки будет 50, да, там, или 52 сантиметра, да? То есть, смотрите, здесь вы легко можете добавить, значит, либо ажурные дорожки, да, по 5 петелек, по 5 петелек ажурных дорожек. То есть смело прибавляйте к 87, 10, получается 97 петелек, да, 97 петелек. Если для вас это слишком большая прибавка, 10 петель сразу, то тогда я вам рекомендую сделать, то есть я здесь пишу или плюс 10, получаем 97 петель. То тогда я прибавить вам рекомендую, например, лицевые петельки справа-слева, просто там 2 лицевые справа, 2 лицевые слева, да, просто лицевые петельки. Они будут мало заметны в узоре, но они будут симметрично и гармонично впишутся, никак не нарушив симметрию нашего узора. Очень они хорошо впишутся. То есть, девочки, объясняю, если у вас, предположим, да, предположим, 51 сантиметр ширина спинки, вы умножаете это все дело на 1,8, вот у вас 91 петля
вам нужно, да, предположим, ну так грубо говоря, 91, то есть не 97 и не 87, а вот что-то среднее между ними, 91-92 петли, потому что здесь 91,8, да, можно округлить. Что вы делаете в этом случае? В этом случае, как я вам уже сказала, вы берете так же, как и я, 25, то есть потом 5, опять 25, 5, и здесь еще один раз 25, ну тут вот у меня не получилось красиво нарисовать, но вы поняли смысл. То есть вы берете 3 раппорта по 25, вот, между ними по ажурной дорожке вставляете по 5 петелек, да, а справа и слева прибавляете 2 лицевые, да, то есть, допустим, 2 лицевые справа, 2 лицевые слева, плюс 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. Итого считаем, то есть к 87 петелькам мы добавили 4, 87 плюс 4, вот у нас с вами 91 петля и получилось, да, 91 петля. То есть вот это на ширину я пишу на 51 там. То есть вот у нас с вами на 51 сантиметр ширину спинки получился вот такой расклад по узору. Так, теперь если у нас большой размер, вот 57 сантиметров ширина, и нам надо набрать с вами не менее 102 петель, да, как тут быть? Ну, также начинаем. 102 делим на 30 все-таки. Раппорт. Смотрите, 3 раппорта по 30. То есть я также рисую линию и рисую. Делю ее на 3 части. 30, 30, 30. Да? Это 90 петель. Да? И нам не хватает 12 петель. Ну, тут одна кромочная идет сразу. Да? Одна кромочная. То есть не хватает уже 10 петель. Здесь идеальный расклад какой? Значит, мы сюда прибавляем с вами дорожку. 5 петель. Вот, 5 петель. Получаем 95 плюс 2 кромочные, это 97 петель. Вот, таким образом мы с вами делаем. И также мы с вами можем добавить лицевые петли. Справа и слева, недостающие. В нашем случае это тоже 2 петли, как бы не достает нам, да? Смотрите, то есть мы с вами сюда перед кромочной добавляем 2 лицевые, да, и сюда тоже 2 лицевые добавляем после ажурной дорожки. И у нас получается, хотите 3 лицевые добавьте, да, то есть 97 мы прибавляем, да, 4 и получаем с вами 101 петлю. Если вам 101 мало, у нас видите 102, да, то вы можете добавить по 3 лицевые, да, там плюс 1 еще, плюс 1, да, то есть получится 97 петель плюс 6, это будет у нас 103 петли. То есть вот такой как бы расклад у нас по узору получается. Надеюсь, вам понятно, откуда взялись 25 и 5, и почему здесь получилось 30. Обратите внимание на наш узор. Он состоит из двух частей, повторяюсь. Да? Одна у нас на 25 петлях. Это ажурный мотив листочки. И вот эта ажурная дорожечка на 5 петлях. Да? Просто мы имеем право отсоединить эту ажурную дорожку и руководствоваться нашими только листиками. Вот что я и сделала. Нам было удобно. Вот в первом случае просто листики и ажурную дорожку располагать симметрично. Нам было также удобно это сделать во втором случае, когда 51 сантиметр была ширина спинки. Но нам было удобнее с вами работать с раппортом полным в 30 петель, когда у нас с вами ширина спинки была 57 сантиметров. Да? Вот. Вот и все, мои хорошие, собственно, что я хотела сказать про расположение узоров. Теперь, что касается нашего вертикальной нашей плотности и как здесь нам поступить.
у нас с вами вертикальная плотность в 1 сантиметре 2 ряда. Предположим, высота нашего изделия 55-56 сантиметров обычно, 56. Мы умножаем на плотность, получаем 112 рядов. Девочки, то есть ваше изделие не должно превысить 112 рядов, да? Объясняю. Смотрите, что получается. То есть мы с вами 56 сантиметров высота изделия умножали на 2 ряда. В 1 сантиметре 2 ряда, да, и получили 112 рядов. Если вы будете руководствоваться сантиметрами, измерять это все вот сантиметрами, может так получиться, что после стирки, ведь полотно уже вытягивается после стирки, и оно так вытянется, что будет больше той длины, которую вы планировали, да. Это будет большое разочарование, придется что-то там распускать, что-то там переделывать, вот. Поэтому я рекомендую вам сразу воспользоваться тем, что нам необходимо измерение вести в рядах, а не в сантиметрах. Да? Предположим, вот у нас до проймы идет 38 сантиметров. Да? До проймы, до формирования линии проймы. 38 вы умножаете на 2. 38 вы умножаете на 2. Это наша плотность по вертикали. Получается 76 рядов. Вот вы должны, девочки, не сантиметрами измерить, где у вас будет пройма начинаться, а рядами. То есть вот вы связали 76 рядов. И сразу смотрите. Так, 76 рядов. Отлично. Здесь делаем пройму. Да? И 76, как узнать, где они наступают? У нас высота рапорта, вы помните, 8 рядов. Да? Мы можем 76 поделить на 8. Мы знаем тогда, что через 9,5 рапортов у нас с вами наступает линия проймы. Понятно, да? Высота рапорта делится на наши ряды, и мы знаем, что у нас рапортов будет 9,5. Это что значит? Это значит, что у нас будет с вами полных 9 рапортов. 8 рядов, вот мы связали полных 9 рапортов, и на четвертом ряду, четвертый ряд, то есть половина рапорта, это будет четвертый ряд провязали, 10 рапорта, да, и все. И здесь начинаем делать пройму. Это я вот вам рассказываю расклад примерный для вот этого вот вертикальной нашей плотности. Чтобы здесь тоже все было четко по нашим размерам, запланированной длине изделия. Ну, собственно, все, что я хотела, я вам изложила, мои хорошие. Если кто-то не понял, еще раз просмотрите мои объяснения. В общем, я желаю вам удачи, чтобы все у вас получилось, и описание будет под видео. Вот, по аналогии вы сделаете описание на любую ширину, на любую длину, да. Теперь вам это понятно. Я разъяснила, как это сделать. И до новых встреч!